Дорогие мои братья и сестры, Христос воскресе! Поздравляю всех вас со светлым праздником Пасхи. Когда-то лет 20 назад я написал в интернете некоторый хулиганский текст, может он сейчас там и ходит до сих пор, про то, что на самом деле будет в раю. Тогда была, ну, такая мода на вот, ну, тогда все ждали воссоединения с западным миром, вот, оставьте все эти ваши русские приколы, давайте вольемся в европейскую семью, посмотрите, как здесь здорово, особенно в Америке, как там все сверкает, да? И я написал текст, что это все не то, я еще тогда чувствовал вот сердцем, что это нам не нужно, нам, нашим людям это все не надо. Но тогда я был один, мой глаз вопил в этой пустыне, а все туда стремились. И я написал текст, что мы будем сплавляться в раю на байдарках, совершенно раздолбанных, текущих постоянно, из которых вот так нужно вычерпывать чашками, да, воду каждые 10 минут, чтобы не утонуть. Но зато мы будем дружить друг с другом, у нас не будет друг против друга никаких, как бы сказать, потаенных неприятных чувств, обид там, чего-то такого, досад. Мы вместе будем плыть на этих тайменях, этому сплаву не будет конца, и мы будем там праздновать постоянно, в общем, вот что такое рай. Ну и как-то, честно говоря, спустя вот 20 лет, не то чтобы сильно мое ощущение изменилось, я, правда, со сплавом завязал, потому что мне холодно все время, но идея, что в раю будет все, ну как бы так, обшарпано, раздолбано, как в старом обветшалом деревенском доме, эта идея мне близка. А кому не нравится, так, господи, добро пожаловать в ад. Там все будет вылизано и все будет блестеть, как в офисах этих транснациональных корпораций. Понимаете, каждый выбирает для себя. Так что еще раз, дорогие мои, родные, всех с праздником Пасхи, празднуем мы ее, вы знаете сколько, да? 40 дней подряд. Поэтому всем радоваться, всем праздновать. И еще раз, хором. Христос воскресе! До новых встреч!